вот мы приехали на наше озеро и начали разгружать свои вещи. С этой высокой точки открывался чудесный вид на озеро Дахуна. Оно манит тебе, как будто магнит. Затем мы установили палатку, накрыли стол и в кругу друзей сели перекусить и выпить магического напитка. Такие разговоры с друзьями по душам снимут всю усталость. Немного отдохнув, мы собрались с Настей и приступили к рыбалке. Каждый занялся своими оснастками. С почином, что, плотва и первая здесь. Вон, да. Огромная плотва. Во! Ей! Первый пошел. Ну, а маленькая плотвичка. Ну что, ребята, очередная поклевка? Время 9 часов вечера. Очень маленькая. Ну и то радует. Пока ловим живца, чтобы ловить судочка. Утро второго дня начинается с горячего чая на саксауле. Это именно то, чего не хватало после холодной ночи. Здесь собрались люди, которые реально любят природу, любят отдохнуть на природе и хорошо провести время.
неважно, клюет или не клюет эта рыба, но получить удовольствие просто от того, чтобы пообщаться с друзьями, посмотреть на ту красоту, которая есть у нас на Девхане, и получить от всего этого удовольствие – это наша главная цель. Воздух полон запахом неба, воды и выходящего за горизонт величественным солнца. На небе появился удивительный яркий закат. На озере появляется длинная волшебная дорожка. А природа словно готовится ко сну. И чувствуешь вечернюю прохладу. Поклевка, судачок. Это не судачок, это нормальненький. Он грязный что-то с этой стороны. Да, вот так. На килограмма 3 есть. Время сколько сейчас у нас? Время 7 часов утра. Хорош. Заглотил глубоко, очень глубоко. Взял сразу и сидел. На резку взял. Между прочим, на мелкую резку, не крупную. Хорошенький. Вот она, рыбацкая удача. Наша главная цель полностью выполнена. Отдых был потрясающий. А вам, нашим зрителям, желаю удачи на водоемах. Всем ни хвоста, ни чешуи.